Эта маленькая кнопка мокла под дождем у дороги. Там ее заметила неравнодушная девушка. Она принесла малышку домой с целью быстро пристроить в хорошие руки, но не была готова к мелким детским шалостям, типа частых писулек и скуки по маме в виде ночного поскуливания. Ведь это тот же ребенок, грудничок, только собачий. Вот такая девчушка. Кроха совсем не вписывается в планы семьи, тем более сейчас, когда они собираются уехать из города. Дошло до того, что супруги в отчаянии уже почти готовы вернуть ее на улицу, если в самое ближайшее время не найдется человек, который приютит это маленькое солнышко, ведь приюта в городе нет. Это гречневая кашка. А так вообще мы все едим. Все-все. Даже залезаем в миску кота. И то, что кот не съел, все съедаем. Да? Вот такая умница. Пожалуйста, не будьте равнодушны, она на улице не жилец. Повсюду в Курске давят и травят собак несколько раз в день. Приютите собачью Лялю, она будет совсем небольшая, подойдет для квартиры или для двора, как звоночек. Проявляет охранные качества. Кроха, которую сейчас зовут Кукуся, уже поверила в людей, узнала, что такое дом, семья и тепло. Давайте не будем забирать у нее это маленькое собачье счастье. Игруха, смотри сюда, будем искать тебе дом. Не на улицу же тебе опять отправляться. Эй, вот такая хулиганка. Вот шнурки, конечно, надо, да. Совсем маленькая.